Ну что ж, дорогие мои, наконец-то я хочу похвастаться своей деятельностью, своей новой работой, которую я начала примерно день назад. Наверное, точно не помню. Что-то все дни перепутались. Ну хорошо, неважно. Главное, что меня прорвало. Главное, что я теперь в ударе, и я приступила к своей постоянной такой деятельности, то есть вязание. Я знаю, что я буду вязать, я теперь знаю, из чего я буду вязать. Главное, что, как говорил Горбачев, процесс пошел. Процесс пошел, но благодаря еще вашей помощи. Если бы не вы, не было бы меня, как в песне поется. Итак, дорогие мои, не буду вас сильно отвлекать. Я уже так вот в предыдущем видео немножко так вот рисанулась о том, что я завела новые процессы себе. Сегодня я расскажу только об одном из них. Это значит, у меня будет свитер из пряжи Balance Angora Color. Пряжа это для меня новая, она вообще новенькая еще пряжа, особо ее на вязальном YouTube не хвастаются, как бы еще не очень многие пробуют ее на вкус, как говорится, на вкус и на ощупь, да. Но я решила попробовать связать из этой пряжи. Это пряжа тоже турецкого производителя. Здесь содержится 80% акрила и 20% шерсти в 100 граммах 550 метров. Параметры вот такие вот. Стирка 30 градусов, глажка. Ну вот, в общем так, спицы 2-2,5 и крючок от 1 до 8. Ну, это, знаете, американские как-то, наверное, эти, как их там, размеры, да, в общем. Вот здесь вот нарисована кофточка, и здесь показано, что размером 42 такую кофту можно вязать из 3 мотков. Я вполне с этим согласна. Знаете, я вполне согласна, потому что у меня уже были такие изделия, был такой опыт вязания из такой пряжи, ну не именно из такой пряжи, ну допустим всем известная пряжа Ализе Ангора, да, Симли там или Ангора Старт, те мотки, в которых тоже в 100 граммах 550 метров, это то же самое. То же самое, только моток немножко такой другой, он такой более круглый. Если Ализе он такой длинный, то это вот такой вот пухляж. То есть вот такой вот мячик получается. Что я хочу сказать? Пряжа по ощущениям, она напоминает Ангору, Ализе Ангору, но немножко, как сказать... Не такая колкая, наверное. Я, в общем, не знаю, я не буду говорить свои вот эти вот ощущения, колкая, не колкая, толстая, не толстая. Посмотрим, в общем, что из нее получится. В общем, вот такая вот нить. Ну, хорошо, я еще раз повторю, что особо я не буду говорить о качестве этой пряжи, потому что она для меня тоже новая, эта пряжа. Я именно... Вот этой вот пряжи еще ничего не вязала. Я когда-то приобрела 2 мотка такой пряжи, и она у меня как-то лежала. То ли руки не доходили, то ли что. Ну, в общем, ждала своего часа. Вязать шали, палантины и тому подобное я и не собиралась, честно говоря, но купила тогда эту пряжу ради любопытства, посмотреть, что она из себя представляет. Итак, значит, это колор у нас 240-01. Пряжа секционного окрашивания, то есть батик, да, видно, темно-коричневого переходит в светлый, в беж, и там немножко белый, светлый, и потом, в общем, опять это все переходит. То есть, не амбре батик, да, который Ализе, это такой же, такая же секционная пряжа, как батик, в общем. И вот, думала я, вернее, я абсолютно не думала, но так вот просто озарение пришло. Думаю, дай-ка я свяжу из этой пряжи себе еще один свитерок. Это крючок. Интерлак по кругу крючком. Почему именно так?
Ну, во-первых, вязать это изделие, этот узор очень легко, просто. Ну, может быть, для меня, потому что я уже таким образом вязала. У меня есть три вязаные, запуталась. Три вязаных изделия именно таким образом. То есть по кругу интерлак крючком. У меня есть два видео мастер-класса о том, как вязать интерлак по кругу крючком, именно вот такие свитера. Значит, один из свитеров это вот такого цвета. Здесь я вязала из махера нака, махер деликат. У меня ушло 3 мотка, крючок номер 4 или даже пятерка. Честно не помню, есть видео на этот свитер о том, как начинать вязать по кругу от горловины такое изделие. Но до этого у меня была сначала связана вот такая кофта желтого цвета. На эту кофточку нету мастер-класса, есть просто обзоры на эту кофту. Но в принципе все изделия вязались по одной схеме. Да? Вот такая вот кофточка, это уже вискоза, но точно так же вязан интерлак по кругу крючком. И еще одно изделие. Вот когда я вот связала вот эту желтую кофточку, все просили показать, как вяжется. Да? И для того, чтобы вам снимать МК, то есть не показывать отдельные детали, я решила, что свяжу-ка я себе еще одну сразу кофту и тем самым покажу, как вяжется именно интерлак по кругу крючком. Вот это уже пряжа Ализе Silk Effect. Вот здесь уже вот эффект совсем другой. Вот эта вот пряжа, она, как сказать, не очень легла именно вот в этот узор интерлака. То есть здесь обыкновенные квадратики, которые вяжутся сначала в одну сторону, потом переходят в другую сторону. Ну, об этом, если вам интересно, потом посмотрите, отдельное видео есть. Так вот, здесь вискоза намного красивее смотрится, но, может быть, от того, что еще цвет, и вискоза намного мягче. Ализе Дива я бы не советовала бы. Ну, допустим, мне не очень понравилось из Ализе Дивы вязать именно вот таким способом. Ну, может быть, кому-то нравится. Мне, например, не очень. Она грубоватая получается, толстоватая таким образом, если эту Ализе Дива вязать. Не очень, честно говоря. Ну, ладно, связалась, ничего страшного. Не выкидывать же теперь. Иногда одевали, да, там, ну, дома где-то что-то, куда-то выйти. Ничего страшного. Один сезон поносить можно, ну, а там потом уже видно будет. Ну, вот, а из вискозы, конечно, мне понравилось таким образом вязать. И пряжа ложится красиво, и сам цвет, конечно, обалденный. Ну, вот, именно вот это вот такая нежнятина получилась, такая вот лимонная нежнятина. Поэтому, недолго думая о том, вязать спицами или крючком, спицами, честно говоря, неохота было вязать, а думаю, дай-ка я буду вязать крючком. И тем же самым способом, как и интерлак по кругу. Почему бы нет? И хотела посмотреть, как будет ложиться именно секционка вот в этом изделии. По кругу 120 воздушных петель. Потом распределяется на квадратики и вяжется туда-обратно. То есть здесь есть точка возврата. Точка возврата. Вот. Ну вот, допустим, да, тут если вяжется, то интерлак вяжет таким образом. Сначала один круг, потом точка возврата, разворачиваешься, вяжешь в другую сторону. То опять до этой точки доходишь, разворачиваешься в другую сторону. Здесь ничего такого страшного нету, переходов абсолютно не видно, но там все это делается четко и аккуратно. Так вот, насчет вот этой вот секционки. Секции короткие, но так как у меня изделие длинное, вот видите, вот здесь вот эта темная полоса, вот этот вот
самый темный цвет, я его впоследствии начала вырезать, убирать. Почему? Потому что вот здесь, когда у меня вот эта полоса пошла, вот смотрите, видите, вот эта вот темная полоса, и она у меня с этой стороны закончилась. Видите, как получилось? Вот одна такая вот погрешность получилась, что вот эта темная полоса, ее не хватило на два круга. То есть один круг туда, и потом обратно, и все. А распускать очень тяжело эту пряжу на крючке. Она такая мохнатость у нее, и она между собой цепляется. И распускать ее очень тяжело. Ну, я и потом думала, ну что ж теперь делать-то? Оставить эту полосу одну. Ну, и пустила ее, по-моему, я ее пустила наперед, эту полосу. Да, вот это вот у меня сзади спинка, да, вот этот вот хвостик. Вот я эту полосу оставила наперед. Со стороны спинки этой полосы у меня нету. Вот. И потом я решила, что я вот эту темную сторону, да, вот этот темный свет, я буду просто убирать. Вот. Ну, они у меня, эти клубочки, не пропали, потом я их пустила уже в другое изделие, потом я покажу, да. В общем, вот такая вот прелесть у меня сейчас получается. Так, расцветка такая бежевая, с коричневым переход. В общем, выглядит неплохо. Неплохо. Мне, например, нравится. Немножко такая толстоватенькая, как бы, да, крючок номер 4. Хотя можно было, мне кажется, и пятеркой вязать, но уже теперь уже поздно переходить на это. Но я вяжу слабо, в принципе, и поэтому четверка для меня более-менее такая приемлемая. Кокетка. Теперь по кокетке. Видите, кокетка у меня не круглая. Она вот такая конусная кокетка, да? То есть, если я вязала в тех изделиях, у меня круглая кокетка получалась, и при распределении петель на перед и спинку, да, она у меня спинка воланила, и приходилось там немножко делать манипуляции кое-какие, особенно когда я вязала из Ализе Дива Силк Эффект, то в этот раз я уже учитывала то, что мне не надо вязать сильно широкую кокетку, и я делала прибавки немножко по-другому. Если в тех изделиях я делала прибавки, первую прибавку в каждом втором квадратике, а потом еще добавляла, то в этот раз я сделала одну прибавку в каждом втором квадратике, затем, провязав 4 ряда, я сделала прибавки в каждом четвертом квадратике, после каждого четвертого. И последняя прибавка после 4 рядов у меня были после каждого 5 квадратика прибавки. Прибавки практически здесь незаметны, потому что они тоже скрываются в самом вязании. Ну, даже если я даже найду здесь вам прибавку, даже я ее сейчас, вот прибавка, вот она, видите, вот прибавка идет, потом где-то еще есть прибавки. В общем, знаете, девчонки, вязать интерлак по кругу крючком очень просто. Главное понять принцип, схватитесь, да, вот за это, да, за теорию, как это вязать, и потом свяжитесь. Я уверена, что если вы один раз попробуете связать таким способом, вам понравится, вы еще раз свяжете. Я плохого вам не посоветую. В общем, вот так, девчонки, вот такая работа у меня сейчас есть. Значит, здесь я уже дошла до плоймы, уже разделила, сделала подрезы, то есть я еще прибавки сделала, потому что кокетка, она такая конусная, не широкая. Если бы была бы сильно широкая, подрезы, наверное, не нужны были бы, но я не хотела ее делать, она у меня такая конусная получилась, по плечам прямо опускается, и вот в области подмышек подреза, да, значит, здесь уже сделаны прибавки на 1, 2, 3, 4, 5 квадратов.
5 квадратиков. Это я говорю о том, кто понимает, о чем я говорю. Если вы не понимаете, причем здесь какие-то квадратики или еще что-то, тогда вам придется заглянуть на видео, на мастер-класс и там посмотреть. Хотя бы мельком просто посмотреть и как бы просто посмотреть для своего, для знания, да, что, что это такое интерлак по кругу крючком. Потому что вот этот вот интерлак, это вообще-то по идее как бы называется S2S, да, то есть если кто-то вязал пледы, да, таким способом, или слыхал такой способ, из угла в угол, да, то есть там таким способом вяжут, допустим, пледы, да, то есть начиная с одного квадратика и потом добавляя, расширяя, расширяя, получается треугольник. У меня есть одно такое изделие. Вот. Оказывается, у меня не три таких изделия, даже четыре изделия вязаны интерлаком. Да? Так вот, если вы слыхали такой метод S2S, то есть из одного квадрата начинаются в разные стороны, делаются прибавки и расширяется полотно. Этот способ тоже называется интерлак. То есть не S2S или там из угла в угол, это просто уже переделали название. На самом деле это и есть тот же самый интерлак. Так вот, о чем я это, да? Вот если вы вязали вот таким способом, допустим, бактус когда-нибудь, или, может быть, даже вязали пледы таким образом, или вообще что-то слыхали о таком вязании, как из угла в угол, да, S2S, то вам не составит труда вязать изделия по кругу таким же способом, уверяю вас. Это, значит, у меня был... Есть, вернее, бактус, который я тоже вязала крючком из секционной пряжи, из батик. Но это, по-моему, что-то другое. Это было не ализе, а ланоса, по-моему. Ланоса, миллениум батик. Это вот это вот. И вот такой вот бактус у меня получился. Я уже давно уже его связала. Это еще было в начале этого года. Вот. Тоже здорово получилось. Очень мне понравилась эта техника. Вязать. Во-первых, он получается и плотный, но если я уж так вот растягиваешь, ну, естественно, пряжа, конечно, должна быть и подходящая, такая более, как сказать, податливая, мягкая, ну, то есть, чтобы не стояла колом. Ну, допустим, Ализе Дива, Silk Effect, там она как-то колом стоит. Вот я теперь нашла подходящее слово, вот это, она стоит колом. А вот из Ангоры, из Ализе или Ланос Ангора, Миллениум Батика или еще какие-то, мне кажется, это вполне приемлемо вязать именно интерлак по кругу крючком. Поэтому особого такого, чем бы вязать, каким бы узором вязать, у меня вопрос не стоял. Просто вот так вот клюнула, все, вот это я свяжу себе еще один свитерок. Ну, еще потому, что, допустим, тот серенький свитер сейчас, который зимний, у меня то дочь одевает, то я одеваю. Думаю, только я свяжу еще один. И посмотрим, в общем, что у меня из этого получится. Ну, я надеюсь, что получится. Главное, кокетка связана. Для меня самое такое вот трудоемкое занятие, это вот связать кокетку. Выйти напрямую и все. Остается вязать вниз, остается вязать рукава. Мне придет еще посылочка. У меня всего два моточка таких было. Один моток уже ушел. Вот сейчас второй в работе. Я заказала еще два моточка таких. Посылка уже в дороге. И я потом уже спокойно эту кофту довяжу. В общем, вот такая вот у меня одна работа. Сейчас на крючке. И я с удовольствием ее делаю. Ну, кому интересно, можете следить за продвижением. Я оставлю ссылочки по вязанию именно свитеров интерлак по кругу крючком. Можете ради любопытства своего заглянуть и посмотреть технику вязания таким способом. Ну вот, на сегодня пока все. А второе свое изделие уже мы посмотрим в другом видео. Всем пока!